На заседании Жогорку Кеңеши депутаты приняли законопроект об изменении флага страны во втором и третьем чтении. 59 депутатов проголосовали за и 5 нардепов против. Турега после голосования поздравил коллег с исправлением флага. Законопроект направлен на совершенствование одного из главных государственных символов Кыргызской республики – флага Кыргызской республики. Предлагается изменить форму лучей на флаге из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца.